Ну что, первый день акклиматизации в Актау. Александр нюхает деревья. Вкушаю прекрасный, чудесный запах акации. Вы посмотрите на эти листики, они ночью закрываются. Да, вчера вечером подъехали, они все закрытые были. Днем просто великолепие. Красивые цветы, жалко пчел нету. Поехали. Ужас, какую информацию нам за нас заносит? Кошмар. Вот мы вышли на набережную прекрасного города Актау, полюбоваться красотами, пейзажами лазурного берега моря, океана. И, конечно же, испытать себя на прочность на прекрасном таком развлекательном тренажере, называемый вейкбординг. Там будем просыпаться потихонечку после вчерашней адаптации. Но он пока вон стоит пустой. Вот стол. Видишь? И под ним натянут канат. Да. Вот лебедочка здесь как раз. И это смотровая площадочка. Видишь, как она уже ништячная. Такой же плитки Алмату выкладывают. Только немножко в другом дизайне. Я делаю более хаотичный. Но завод, наверное, тот же. Завод тот же наверняка. Пейзажи. Пейзажи, да. Прекрасный пейзаж. Так, ну что, первое развлечение на Каспии для Александра Плотникова – это вейкборд. Инструктор сейчас его научит, как правильно втыкаться головой вниз. Готовим доску. Так, да. Доска будет кайтовая. Ну что, Сань, ты готов, как Гагарин и Титов? Всегда готов. Вот так. Так, теперь ремешочек вот этот вокруг тела. Так, не забывай. И все. И ништяк. Меня даже не спрашивали. Говорят, будешь кататься? То есть просто де-факто будешь кататься? Принимаю вызов. Хорошо. Сань, приди, попробуй. Эх, елки-палки. Перебаламутил. Стартовать с воды. То есть вы лежите в воде, прижимаете руки максимально к себе и колени к груди. То есть вы, можно так сказать, лежите вот в этом положении. Дальше я начинаю вас тянуть на технической скорости. В этот момент вы должны уже вставать. И когда вас уже включат, все, вы встали вот в эту позицию и едете. Руки не к себе, когда вы выходите, не прямые. Да, вот. То есть фал. Так, а разница есть левая и правая нога? Вот. Без разницы, Сашка. Я какая тебе удобнее? Нет, я так. А, ты регуляр. Ровно встаньте. Нет, можно? Просто ровно встаньте. Оля, ой, давай стопнуть, быстрее. Даже не могу. Ну да. Вот так это проверяется. Получается, вы, значит, встаете вот. Так, ты его попроси не баламутить воду, ну блин. Все, дальше начинаем вас тянуть, и ваша задача просто проехаться. Пробуем. Счет раз, два, три. Встаем! Отлично, Саня! Отлично! Теперь вам нужно встать! Вы сидя сейчас ехали, теперь вам нужно просто встать, и у вас отлично получится! Готовы? Нет, разверните доску параллельно балке. Перпендикулярно, а не параллельно. Отлично! Молодец. Так, сюда его волочи. Так, в обратную сторону. Саш, сюда! В нашу сторону. Хотя, ладно, туда. Ладно, туда. Лучше объяснить. Ага. Так, где он там? Вставайте! Вот!
Отлично! Все отлично! Так... Вставайте, вставайте! Он доску выкидывает вперед слишком сильно. Смотрите, у вас сейчас все хорошо, но когда вы встаете и уже выезжаете, вам нужно, чтобы эта нога была прямая, а задняя нога присогнута, потому что... Круто. Саня, только жест не тот. Первое впечатление. Первое впечатление — море. Друг. Соль. Скорость. Простор. Так, ну что? Какой насыщенный у нас день на Каспийском побережье. На Каспийском побережье мы тут и на скоростном катере погоняли, и на вейкбординге. Даже такой горный, корявый ученик, ну то есть я, даже что-то получилось. А сейчас мы еще пойдем на катамаране познавать это, как бы, передвижение по морской глади. Владу вот так и вот так. Вот тот самый катамаран. У тебя очки хамелеоны, что ли? Фотохромы. Фотохромы, да. Так. Мы на первом штурте. С красной надписью. Уважаемые пассажиры, вставать со своих мест нельзя. Детям вообще нельзя вставать. Так, ну вот, в первый день развлечений вейк попробовали на простом катере. На скоростном катере.
Да, на скоростном катере. На гламурном катере. Походили. Нет, мы сначала походили на катере, а потом поплавали. Человек же не ходит по воде, человек же плавает в воде. Поплавали на... Ну, знаешь, был один такой чувачок, который по воде ходил. Знаю такого чувачка. И причем оператор занырнул на 6-метровую глубину и достал вот такой булыжник. Очень было познавательно для меня. У меня не вышло продукция, чтобы давление не разорвало мне уши. Поэтому я полпути до дна проделал. Но мне этого полпути было достаточно. Теперь... Это он про меня говорит, что я типа нырнул на 6-метровую глубину. Он соврал, там было метров 8. Да нет, ну 6, 5-6. Теперь мы на катамаранчике идем не спеша. Наслаждаемся прекрасным соленым воздухом, прочищаем свои все эти дыхательные пути. Ну и просто наслаждаемся жизнью. И выдыхательные пути. Выдыхательные после вчерашней встречи тоже пришлось нам прочистить. Ну вот сейчас самый знаменитый вид на наш мыс с торцевой части, когда хорошо видно коттеджи, смотровую площадку, катающихся, отдыхающих, и выходит вид на город. Englishman in New York, Almaty Englishman in Mangustau. Талгармышман. Ну что ж, первый день закончился замечательно провожанием солнца и поеданием самых вот этих вот милых и чудесных созданий, которых засунули живьем в кипяток. Это так гуманно. Да. Проводили солнце, сидим на балконе, трескаем. Раков без пива. Ну, на самом деле с пивом. Но мы это спрятали. Без рекламы. Алкоголя без рекламы. Без плаща. В общем, раки. Второй день на Каспии. Вышли на прогулку на скальную тропу. Прекрасное явление тут, рукотворное. Это вдоль набережной, так скажем, сделана парапеция такая, парапеты для прогулочных. И причем для прогулок. И причем сделано очень добротно на совесть и со вкусом. Это приятно отметить, что не все для отчетности делается. Что-то и делается для души и от сердца. Тогда уж еще раз, чтобы в кадре был. Вижу пакетик лежит. А на самом деле удивительно, вот закуточек такой. Здесь в этой прогулочной, как я ее назвал, парапеции, много разных ответвлений, скажем так, соединяющих вот эту саму прогулку с кусочками индивидуальности вот этого места, то есть с природой. Здесь очень интересно, причем ощущение влажности здесь намного прохладнее, буквально, я думаю, по ощущениям градусов, наверное, ну, на 4-5 здесь прохладнее, чем ежели наверху в 5 метрах отсюда. Вот так плачет скала, так растет природа. Здесь еще замечательно, прям маленький водопадик есть. Вид великолепный.
Ух ты! Да, причем водичка питьевая. Ёлки-палки. Прогулялись немножечко по скальной тропе, но я думаю, вечером надо здесь лучше. Немножечко накатный прибой. Поедем купаться в другом месте. Так, ну что, второй день на Каспии. Александр в гостях у коллег, у друзей. Нет. К Олегу приехали. Олег. И чё молчишь? Диктор тоже. Добрый вечер. Добрый вечер. Так, мы тут жарим настоящий адайский плов. Здесь будет жариться что-то типа люля с купатами. Ну, все, что на столе, должно быть на столе. Вода или сразу всё? Да. Вода всегда здесь теплая, потому что теплотрасса, вернее, трасса с водой проходит недалеко от поверхности. Нормальная вода. Сейчас мы ее... Дарья Павловна, к вам вопрос. Да. Что можно успеть за 7 дней в Актау? Первый день купаться на море. Галочка. Пить пиво. Купаться на море. Галочка поставила. Пить пиво. Купаться на море. Пить пиво. Отдыхаем, загораем. Жужа, что вы скажете по поводу пребывания на Каспийском побережье собаки со странным именем Жужа? Понятно. Не знаю, я на побережье не бывала. Эй, подруга. Ну, у нее любовь к Александру. Жужа. Всем добрый вечер. И пауза такая повисла. Выключаем кнопочки. Перед вами красный прямоугольник. Смотрите на него, не отрывая взгляд. А сегодня третий день путешествия алматинца в Актау. И наша ближайшая точка назначения... Куст. Место, куда все кайтеры ездят кататься, когда им взбрендило, что будет ветер. Вот сегодня вроде ветер обещали, поэтому мы навострили лыжи, собрали все кайтовое оборудование, взяли даже воды с собой, созвонились с кайтерами, знающими, что сегодня будет. Они сказали, ну, после обеда будет дуть северо-запад. Ну, судя по деревьям, воздух движется, это уже хорошо. Поэтому выезжаем. Выезжаем. О-хо-хо-хо, и он свалился тут же. Вот это вот, это казахстанско-актауский показатель наличия ветра. Да просто индикатор. А, причем, точно. Смотри, хорошее слово, индикатор. Вот этот индикатор, смотри, как дует на Акимате, видишь? Его полощет, а большой индикатор повис. Это говорит о том, что ветер турбулентный. Но, по мне, так это говорит о том, что этот ветер для начинающих кайтеров. А этот флаг, который... Да, сосиска. Уже ушел. Это для... Значит, сегодня день для меня, для начинающего кайтера. Маленький флаг мне об этом подсказал. Так, чтобы не голодать во время каталки, заехали в Каспий Гриль к моим друзьям, к нашим друзьям. Короче, это знакомые просто открылись. Вот, сейчас что-нибудь тут купим. О, а тут порядок и никого. Ништяк. Так, Санька, выбирай. Курицы. Сосиски, шаурма и так далее. Да,
стоим в ожидании чуда, ждем, когда нам приготовят нашу шаурму. Здравствуй, ветреный Каспий! Здравствуй, заземляющая еда! Заземляющая еда. Ну все, затарились, чем надо, пойдемте в машину. И вроде ветер раздувает. Пикник у обочины. Ваше здоровье, сэр. Добрый день. Ибо надо духовно расти. Иначе... Остановились возле теплого пляжа, легендарного октауского теплого пляжа, который сейчас обмелел настолько, что сюда даже отдыхающие не ездят. Слишком мелко, но зато здесь... Пингвины. Пингвины наши, казахстанские. Вон они. Народу никого. Будний день. Обычно здесь все заставлено было. Вот так вдоль дороги просто торчали машины. Ну, сегодня опять же будний день. И хороший кайтовый ветер. Дует прям вот как надо. Здесь он дует как надо. А вот, боюсь, на Бархане он будет дуть прям в торец. Приятного аппетита. Добрый день. Ну и вот, на горизонте мы видим кайтера первого. Вот сейчас туда и поедем. Вот такой парус прекрасный. И вот такой замечательный желтый сгоревший кремний. За рулем суперпрофессионал внедорожник. Зовут его Владислав. Он тут установил всякие сложные демультипликации на своей раздаточной коробке. Пониженную включил межосевую и межколесную блокировку. Он очень серьезно подготовился к этому препятствию. Да, ну, так и в путь. Так и бальвы. Вот такой серьезный джипер. С такой серьезной миной. Вот даже он там ножкой давит так импульсивно на акселератор, управляя мечтой. Акселератор. Ну и вот мы подъезжаем к тому самому прекрасному лазурному берегу моря, на котором будем обучать новичка, то есть меня, прекрасностям управления этого змея. Химка. Фамилию, которую не видели. А, тоже, вероятно, учится человек. Нет, это не учится, это профессионалы практически. О, даже знаки показывают чудесные. Выходим, не останавливаясь. Нет? Вот он, песочек утрамбованный. Кайкеры? Не-не-не. А кайтах надо идти? Не-не. А в аренду бомба? Можно потрогать, да? А что это такое? А можно? Что это такое? А как вот это управляете? Ветра нету. Это нормально? Линия мало. Ну, у тебя 16. Раздуть тебя. Не, я уже уеду. Сейчас будем тренироваться. Да, блин.
первый курс молодого бойца выполнил. Да просто вверх. Просто вверх она должна вверх. Все. Ветер сегодня слабоват, вон пилотажка, кстати, уже поднялась, тренировочная. Тебе надо Сергею помогать. Все, поднимай. Вот первый контролируемый боди-драг. Программное обеспечение аматер, я так бы назвал, кайтсерфинга установлено на 37%. Управление уже контролируемое, достаточно введенное уже в какую-то некую автоматику. Уже могу управлять кайтом, делать его импульсивные как бы движения, которые провоцируют его power, то есть мощь, которая подкидывает. Это уже уложилось, так скажем, в моем восприятии управления. Но пока без доски, пока мои ножки... Вот такие. Это моя тема. Очень увлекательно. Считай, я со стихиями в дружбе. А то есть с ветром, стихия воздуха. А то есть магия воздуха управляема. Магия – это контролируемая наука. Вот и все. Просто кто пугается слова «магия», не пробует управлять стихиями. Все в пределах понимания и технологий. Добрый вечер. Ветер для профессионалов минимальный. Но для обучения, я думаю, он как раз самый безопасный. Вот это Влад управляет кайтом на серфинге. Выходит, кайтсерфинг. Я для себя открыл удивительную вещь. В обучении управления ветром посредством паруса кайта. Это стихия воздуха, ветер. Сила его, одно из проявлений. Хорошую скорость набрал. Еще один день на Каспии. Это сегодня какой день? Третий. Третий день на Каспии. Саша уже умудрился покататься. В принципе, даже встал на доску. Вот, встал и пару раз упал. Пару раз встал, пару раз упал. Счастливый и довольный. А тут идет тренировка. Санька умудрился сегодня даже долбануть кайт об землю со всего маху. Да. Так что, если приезжаете на Каспий, тут есть один человек, вот он тут. Зовут его Серега, все вы его знаете. Да, он учит хорошо. Правильно и грамотно. Thank you.
Ну как сказать? Теперь будет красивый прыжок. Видишь, скайп-лупом с переводом. Четвертый день на Каспии. Александр полный впечатлений. Я пытаюсь улыбаться так. Полный впечатлений, потому что лицо обгорело. Улыбаться ему сложно. Так, мы... Чего мы сделали? Мы затарились едой. Так, включаем свет. Запись на видео. Выбрали себе водителя, который и был водителем. Ну, как говорится... Из песни слов не выкинешь. Старый... Из машины алкаша не удалишь. Старый водитель дорогу знает. Ну. Старый конь борозды не использует. Ни халяк, ни... Ну и новый не вспашет. В общем, мы выдвигаемся на 43-й километр. Сегодня, на удивление, очень купаться пасмурная погода. С масками, с ластами и с ружбайкой. И еще это с камерой делать. И еще самое опасное в сегодняшней тусовке, то, что все трое радийщики. Бывшие. Ну, бывшие. Бывших радийщиков, Алина, как и милиционеров, не бывает. То есть это можно, это можно понять по голосам. Добрый вечер. Да. Ну, Алферьев, он озвучивал иногда, нет-нет, рекламу, да я уже снимаю. Да нет, если ты не уберешь свой телефон, может быть. Да нет, вряд ли он так активно вылетит. В общем, выдвинулись на солнце. Продолжать. Жатецкий гусь. Хвалим, сварим из жатецкого хмеля. Да. Из жатецкого гуся. Он из жатецкого гуся приготовлен. В общем, алкаши рядом со мной кругом. Реклама гадостям всяким. До этого мы рекламировали гадость, после которой изжога ужасная. Там мы заезжали в Октаву, в Шевченко, в Октаву. Главное, денег за это не хватает. В какой-то штуке, где всякие шаурму продают. Очень красивая, очень оранжевая. Редкость гадостная. Это вырежешь? Гадость вырежешь? Редкостная. Ну, конечно. Зачем? Если нам не заплатят за рекламу, мы это вырежем. Не заплатят добрым словом. Если я вот это вывалю на YouTube, ну, то, что сейчас снимаем, потом отмонтирую и за YouTube-ю, то там же, на этой же YouTube-овской страничке, найдите Octau Night Labs. И там будет вот эта музыка. А едем мы на Land Cruiser Toyota Prado. Управляем, ой, Toyota Land Cruiser там. Управляем мечтой. Если вы нам не заплатите, то Toyota нам заплатит, вон их магазин. То мы напишем спортлото. То мы засадим эту Toyota. Так что мы всем покажем, что Toyota это говно. И после этого они меня называют идиотом. А едем мы по асфальту казахстанскому. Очень по-коровному. Но если... Если вы нам не заплатите, мы его сейчас перекопаем. Управляй мечтой Toyota Land Cruiser. Ургометы. А. Ургометы ютубные. Хлеб, жареные гренки. Хренки. Наслаждайся херней. Хренки. Это хренки. Сегодня все десантики поют песню Яна Френкеля. Мы его Хренкелем тогда называли. Купол воздухом наполнен и качается слегка. Он сегодня мне напомнил над полями облака. Только ветер возле самого виска. Лучше нету войск на свете, чем десантные войска. Здравствуйте. Сегодня день ВДВ. Всех с праздником. Оп. Какая машина у вас? Колеса целые? Повернули на 43-й километр, то, нет, куда мы стремимся. Так, секунду. Я пить раньше начал. Секунду. Так, товарищи алкоголики, не перебивайте водителя.
Смотрите, смотрите, какая красотень впереди. Мы же с собой общаемся. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Короче говоря, мы сидели недавно у Алферьева и вспоминали, как на 43-м километре всей радиостанции отдыхали, и нас окружил со всех сторон вот такой замечательный дождь. Фотографии нас могу. Нас окружили молнии, дождя да, не видели. Да, 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 дождя не видели, молнии сверкали. И вот сейчас происходит то же самое. Повторение ситуации. Вот здесь фронт, и там направо, но такой послабее. А в зеркала мы на фронт не смотрим. Да, но красиво впереди. Молнии бабахают. Дорога стала в 10 раз хуже. Дорога отвратительная, да. 43-й километр. Убили дорогу в хлам. И запретили купаться. Разрешите выразиться. Свое соболезнование. Это не 43-й километр, а это бухта Индиго-Бэй. Верно, Александр. А сейчас посадят специалиста за руль. И он вам покажет, как нужно ездить по этому бездорожью. Вот дождь пошел. Нужно индигобейца. Есть контакт. Ребята, мы будем ехать. Не только ехать, но и ставить палатку и все остальное делать под дождем. Суть бухты Индиго-Бэй в том, что это некий причал, связывающий людей по интересам и по возможностям. Кто-то что-то умеет лучше других. Вот уже и тем самым мы налаживаем контакт тех, кто умеет и хочет делиться этим. И делать как бы симбиоз полезности в общность. Влад увидел молнии и перевернул камеру. Да, я подумал, что может быть сейчас еще одна шлепнет. Влад умеет снимать молнии. Но вызывать молнии... Вот, снял только что. Вызывать молнии пора тоже. Но... Учиться, да? А кто тебе сказал, что... молнии не научились. Что не я притянул эти молнии. Я же сегодня специально таймлапс... Давай, на 3-4 притяни. Секунду. Молнии. Таймлапс систему взял в надежде поймать молнию. Надежда тварь живуча. Вот и пожалуйста. Но не факт, что это ночью будет. Молнию-то красиво ночью ловить, а не днем. Дорогу, конечно, убили. Причем убили военные, которые здесь тянули тяжелые тягачи. Которые все убивают. Они все убивают. Не военные убили. А убили кто? Какие-то кексы, которые тырили оттуда ракушеблоки огромные. Но следы гусениц были. Именно гусеницами распахано было. Потом... Военные созданы, чтобы убивать. Они сделали свое дело. Бухта Индиго-Бэй приветствует вас. Вот, видишь, вот еще одна, это переезд. Да. Ну да, вот, скорее всего, ты здесь и хапнул. Вон бугорок. Да, вон бугорок, да. Вот. Ту-дын-ду-дын. А мы едем, знаешь? Хочу. А тебе сейчас поворачиваю. Первое. Тормози уже. Друзья мои, приезжаем на Голубую бухту. Нифига, тут мусорку поставили. А тут твою мать, пиво разлилось. И вот такая мусорка. Прямо едем? Нет, нет, направо. Стопе. Все, остановись. О, эй! На солнышке. Алмата. Эгей, планета. Эгей, вселенная. Посмотрите, просто эгегей. Какая эгегей? Бухта. Нарекаю эту бухту именем Индиго-Бэй. Да пусть будет процветание, благость, радость и удача у всего. И любая дождь. Хочешь дождь? Дождь. Радость, светлость. Ось. 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 И чтобы ось этой Индиги была бэй. Ну вот, короче, четвертый день на Каспии. У Александра я бы переизбыток эмоций. Заметил бы великолепный четвертый день, невзирая на прекраснейший третий день, восхитительный второй день и мега насыщенный первый. Все это причем сопровождается, помимо красот, красоты они здесь как априори, это сопровождается еще неплохой и очень качественной физической нагрузкой, от которой все крепнет, все твердеет, прям реально все твердеет. А еще твердости добавляет большое обилие рыбы, ну, то есть как белок, он добавляет особой твердости, кто знает, тот понял.
А я смотрю, рыба у нас тут плывет. Рыба, большая рыба. Плавниками. В виде Олежки Алфеева. Барахтается. Скорее всего, это рыба. А, рыба, которая тащит на берег Олега Алферева. Смотрите, какой закатик сегодня. Мы попросили нашего друга вкусной жареной рыбы. Не какой-то там ухи, не какой-то там этой. И говорим, вот тебе руки, вот тебе есть ноги. Вот тебе ноги. Вот плыви. Вот тебе голова, вот тебе рот. Да будет нам рыбы. Он вставил тростинку в рот и пошел добывать нам рыбу. Но здесь хочу своим собственным поделиться впечатлением. Это нечто. Открытием. Это действительно. Я объездил все края, но чтобы песок из ракушек был, нигде не видел я. Водоканал – это метаморфоза. Метаморфоза. То ли вкусные напитки, напитками меня угощают, то ли действительно здесь весь берег устелен ракушками. Исторически это место еще известно тем, что здесь снимали фильм «В ожидании моря» с Егором Бероевым. Б. Просто исторически наше любимое место отдыха. А вот с этого камня первый раз сюда, вот тогда еще глубина была побольше. Вот этот камень был в воде вот до сюда. А сейчас видите, как море отошло. Вот с этого камня прыгал Булат Сыздыков. Первый раз так в позе Бэтмена он прыгнул глубоко, занырнул. Мы его здесь первый раз в его жизни погрузили с аквалангом, после чего он заболел буквально этим делом и получил массу всяких сертификатов. В общем, по всему миру потом аквалангил. Так, ну вот, любимая моя бухточка. Это одно из прекраснейших мест Индиго-бумечка. Индиго Бэй Релакс. Какой, смотри, закат шикарный. Да, здесь нависающая такая скала. И вон он, закат. Людям присуще какие-то бары воспринимать в виде отдыха. Ну вот, пожалуйста. Чего изволить? Прекрасный мой гость. Хотите... Ну вот, реально, Саш, смотри, свечи, просто большие свечи какие-нибудь, светильники такие горящие, знаешь, как эти, как факела. Вон там бухточка, как ее, господи, бухточка, говорю. Но во время шторма видно, да, здесь все-таки вода. Оп. Да, осторожнее, Саш. Раз, два, раз, раз, раз. Она еще, да, там. Можно дальше запись. Здесь вон просвет, его видно. Ух ты, какая пещерка уютная. VIP-пещерка. Раз, раз. Вот здесь массажный салон. Выйду ночью в поле с коней. Ух ты! Смотри, а там еще дальше углубление идет. Я ж тебе про то и говорю. Надо же. Вот она, крутизна. Вот вентиляционная шахта. Да. Да, да. Но, да, да, да. Вот. В общем, здесь мега круть. Действительно, великолепнейшее место. Настолько великолепно. Здесь еще, помимо природной красоты, чувствуется какая-то... Харизма, Деген.
очень нужное, очень доброе, очень качественное и благоприятное. Да, я здесь купался, здесь было намного лучше. Смотри, солнце как садится великолепно. Вот он, великий логос наш. Ромка, для тебя вот это вот видео снимаю. Как раз о чем мы с тобой только что говорили. Ой. Вот. Сань, вот сюда поднимись чуть-чуть повыше, сверху вообще шикарно видно. С вашей помощью. Двадцать седьмое октября. У меня сегодня день рождения. Да, у него как день рождения. И позавчера, и позапозавчера. Вот теперь солнце вылезло. Это да, вылезло для меня. Благодатная. Ну давай, прыгай ногами вперед. Прям ногами вперед, прыгай. Ну, я имею в виду на ноги, не головой вниз. Можешь головой, господи, только сразу выныривай. А здесь глубина какой? Да хрен его знает, ну, чуть выше по пояса. Все, заныривай. О, хорошо. А я голову мочить не буду. Так проплывись просто. Все, давай. Вот так, отлично, отлично. Это благодатная наша окружающая среда. И четверг тоже. И пятница, и суббота. Артем Иванович, а сфотографируй на свой фотоаппарат. О, а здесь помельче. И вода чистая? Тут вода всегда чистая. Артем в теплой одежде, запечатанный. Ну да. Вот они, гости наши приехали, готовы теперь выезжать на радоновый источник. Александр, Артем. Доброе утро. Для этой цели мы арендовали у моей жены мой автомобиль. И вызвали самого лучшего эвакуатора. Как нас называют? Вот один пилот, а второй штурман. Штурман. Самого лучшего штурмана, это я. Я просто я настолько скромный, что забываю, каким количеством навыков я владею. Я вообще не думал, что с нами еврейская мафия поедет. Ну, штурман, так штурман. Буду пальцем указывателем. Кацман. Кацман обещал сдаться вместе со штурманом. Ладненько, ребят, едем на радоновый источник. Сегодня мы в 8 утра искупались в Каспии, но этого мало. Надо залезть в горячие воды нашего радонового источника. Это вода, которая идет снизу, из центра Земли. Представляете, какое силище она обладает? Большинство людей об этом не задумываются. И кто ее оттуда наверх посылает? Мальчик, отойди, меня не видно. Да. Доброе утро. И тут везут шефа. Штурман и водитель везут меня. Ну, с нами очень бородатый дядька технический, в агрохимии дюже подкованный. Ладно, поехали. Вот здесь прозрачная вода. Это жемчужина планеты. Я думаю, таких жемчужин на планете много. Но это жемчужина Каспия. Вот жемчужина этого побережья. Вон там дальше Адайский вал и та самая большая бухта, которую я назвал Индиго-бэй. Бухта Индиго. Здесь исключительно ровный, как его назвать, грунт, ровная поверхность.
которая огорожена камнями. Как будто специально, причем так. Как будто бы специально природа придумала вот такой вот бассейн. Там мурашек, посмотри, как у меня щепенилось. И здесь такая пещерка такая. Пещерка, которую можно... С навесом причем. С каменным. Ну это Влад, действительно, это... Эпитетов не подобрать. Но согласись, вкусное место, вообще невероятное. В магнитном поле? Да. Стабилизатор в магнитном поле. Он вот так вот раз-раз, а потом тык-дык. И все, и ты бегаешь, а она вот так вот качается и стабилизирует. Этой штуке штатив не особо нужен. Так. Течем. Со всех сторон течем. Ух, как красиво. Так, машина уже начала протекать, интересно. Под таким дождем, обалдеть. Великолепный погодный катаклизм. Давно такого дождя я не видывал. Невероятное удовольствие слушать, как тарабанит. Блин, кричать приходится. Тут заливает. О, у меня палатку поволокло. А почему ты убрали оттуда? Ой, ребята, здесь конкретно шандарахает вода. Ну, вот примерно такой дождь тогда и случился, Олег, помнишь? Я знаю, для чего это дождь. Я его выпил. Я думаю, черт, останется здесь. Пройдет дождь, и это все смоет. Я не шучу. Прошел дождь. У Александра случился печалька. Дождь покапал и прошел. Солнце в полном свете. Это очень хорошо. И большим, и детям. У Саньки случился приступ медитации. Ух ты, как здесь клево.
рядом со мной приедет. Смотри, рядом с тобой, посмотри, какая разница между нами. Сейчас, подожди. Между вами тает лед. Так, ныряем. Раз, два, три. Идеальная водичка. Я даже... Добрый день! Мы находимся на Каспии! Каспий! Банк! Это дельфинчики. А вот сейчас я покажу тюленя. Вода, чуть волны поднялись, вода, грязь пошла. Смотрите, тюлень. Не тюлень вообще-то, а дельфин. Нет, дельфин это вот. А вот это тюлень. Запись пошла. Каспийские тюлени.
Теперь ты покажи тюленя. Жужжал. Дурак дураком. Тюлень тюленем. Я тюлень. Тюлень. Полулебедь. Давай, прыгай под воду. Может, если нагнать техники туда, все вот так вот скидать? Ну, это будет трындец, конечно. Если только вот так серпантином не повернуть в ту сторону, вот здесь не скрыть скалу и вот не отсыпать туда, тогда можно вот на тот пляж повернуть. Тогда еще что-то может получиться. Но как бы не... Ну, да. Ради этого маленького пляжа делать такую грандиозную работу? За сэр. Пятый день путешествия Александра Плотникова по Мангышлаку. Сидим. Я уже в пятый раз на Адайском валу. Пятый день. Это я на всякий случай. С чего начать, непонятно. Следующий кадр, допустим. Ну и как, други? Как настр? Настр полететь. А что он забыл-то такой? А это военные сидят. Погранцы.